Всем привет-привет! И я рада видеть вас на моем канале. Итак, как и обещала, сегодня мы с вами будем лепить мопсика. Но перед тем, как мы начнем, конечно же, я хочу вас поздравить с днем кондитера. Такой у нас сегодня приятный праздник, да, профессиональный, поэтому всех девчонок, ну и мальчишек, если такие у нас будут на эфире, поздравляю с этим праздником. Ну что же, не буду вас томить, так как время у нас ограниченное и всего у нас на все про все есть 1 час. Будем начинать. Делаем мы с ним мопсиков, взвешиваю детали вот на таких весах, потому что очень много вопросов потом после эфира, откуда я беру такие маленькие граммы. Так. Лепим сегодня мопсика. Будет мопсик у нас такой небольшой. Сильно большой нам не нужен. И вот знаете, пока народ у нас немножко тут подтягивается, я хочу с вами поговорить о смс-очке, потому что очень-очень много вопросов возникает, сколько нужно точно добавлять смс. Ну, у меня здесь баночка моя с смс-очкой, кусочек мастики. На что я ориентируюсь? То есть я смотрю по плотности. Я не добавляю определенное какое-то количество смс. То есть смотреть это лучше всего по вашей мастике, по ее плотности. Как только я чувствую, что мне удобно с данной плотностью будет работать, больше смс-очку не добавляю. Добрый день! Всем привет-привет! Сейчас я немножечко вас сдвину, чтобы я работала. Вообще, лучше всего, знаете что? Вот добавили смс-очки. И дали минут 15 мастики полежать. Она хорошо войдет с смс-очкой в реакцию. И вы уже покрутите, пощупаете. То есть понравится вам, не понравится данная плотность. Уже будете смотреть. Для тела нам понадобится 20 грамм мастики. У нас будет большая голова, поэтому тело делаем небольшое. Скатали шарик, как всегда постарались, чтобы не было заломов и не было трещин. Раскатываем вот такое вот небольшое тельце. И делаем такие, как у мопсика, складочки такие, да? Так. Нажимайте, девчонки, на сердечки. Сказали, это очень важно. Так что, чтобы побольше наших кондитеров в этот прекрасный день увидели наш эфир с мопсиком. Так, смотрите, что у нас по телу получилось. Получилось у нас 3,5 сантиметра. Нижняя часть у нас, ну, где-то 2,8, а верхняя 1,5. Вот такое у нас получается тело. Мы его сразу сейчас установим на пеноплекс. Макаю в клей шпажку и вкручивающим движением вставляю ее в наш пеноплекс. Лишнее все мы с вами отрезаем. Теперь сделаем нашему мопсику лапки. Вот
Так, сейчас примерим, поскольку нам тут граммчиков понадобится. Я посмотрю и вам все скажу. Так, ну, я думаю, по 3,5 грамма будет нам вполне достаточно для наших маленьких лапок. Всем привет-привет, с праздником вас, девочки. В лапки СМС добавлять не буду, потому что как бы никакую нагрузку на себе они не несут. Добавляю СМС только в такие части, как там голова, тело, там, где может поплыть. Да, вот как многие девчонки мне пишут о том, что вот все вроде хорошо, вот все сделала, но фигурка просто на глазах там сложилась, да, то есть отекла мастика. Почему это происходит? Это происходит из-за того, что у вас не хватает плотности в мастике. Вот на помощь нам потом приходит, получается, смс-очка. Она дает ту самую плотность. И у вас, получается, фигурка не будет отекать. Еще один момент хочу сказать, что вот когда вы втыкаете шпажечку, если у вас в мастике плохой липкий слой, то мастика по вот данной шпажке может съехать. Поэтому лучше всего шпажку макать в клей. Тогда у вас не будет этого происходить. Делаем такие ножки. Ну, у нас мопсик такой, как всегда, мимишный. На столе слегка прибиваем для того, чтобы данный край был у нас плоский, а здесь более выпуклый. И делаем такие вот лапки. Получилась у меня лапка 3,5 сантиметрика. Здесь у меня 1,4, ну а здесь где-то 1,1. То же самое повторяем и со второй лапкой. Смотрите, чтобы лапки у вас были одинаковые. То есть примеряйте их между собой. Что, вот ну-ка, скажите мне честно. Отмечаете вы сегодня праздник? Или все работаете? Вот эти швы можно не склеивать. Но, конечно, если вы их затрете, то будет фигурка такая более аккуратная, что ли, не знаю, как сказать. Ну, смотреться будет чуть более естественно. Но так как она мимишная, в принципе, можно и не затирать. То есть оставить вот как есть. Ничего страшного. У нас не такой, не натуральная такая фигурка, чтобы там прям заморачиваться. Так, работаем. Работаем. Все работают. Заднюю лапку мы сделаем чуть поменьше. Она у меня вот здесь 3 сантиметрика. Нижняя часть 1,5, верхняя 1. Точно так же мы формируем наши лапки. На столе прибиваем. Делаем плоский край. Длину не помню, говорила или нет, 3 сантиметра. Приклеиваем вторую лапку. Всем привет-привет. Примеряйте, смотрите, чтобы были одинаковые.
Ну и шовчики немножко подотру. Мопсика лепим. Сделали. Теперь надо с нам сделать маленький хвостик нашему мопсику. Мы берем маленький кусочек мастики. Где-то 0,4 граммчика. Раскатываем такой жгутик. Сворачиваем его. И приклеиваем нашему красавчику. Мопсику. Смотрите, какая прелесть. На ножках у них тоже всякие вот такие вот складочки есть. Поэтому и я сделаю такие тоже складочки. И здесь тоже сделаю ему немножечко складочек. Всем привет-привет. Теперь делаем голову. Голова у нас должна быть большая, потому что в этом стоит вся няшность. Сейчас я примерю и добавлю эсэмэсочки в мою мастичку. Вот по принципу, вот знаете, вот если мы 20 взяли грамм на тело, то вот и на голову нам надо двойная норма, то есть где-то 40 грамм. Поэтому сейчас вот я 40 грамм тут отщипаю и посмотрим, хватит нам 40 грамм или нет, или может побольше нужно. Как всегда, скатали шарик. Сейчас мы просто посмотрим. Такая прелесть. Он уже классный. Так, у меня здесь будет в голове 46 грамм. Ну, можно даже 47. Как вам удобнее будет. Возьму чуть-чуть побольше. И опять мешаю СМС. Вот здесь у меня баночка. А, я леплю с покупной мастики. Я не леплю с домашней. Спасибо большое. Так, добавляем немного СМС. Мопсика лепим сегодня. Кстати, девчонки, не забывайте, сегодня у нас на Ютубе будет оформление, посвященное 9 мая. Так что всех вас приглашаю в 8:30. Будем оформлять тортик. Возможно, кому-то пригодится данное оформление. Может, у кого-то заказ, или у кого-то есть бабушка, дедушка, да, кто участвовал в Великой Отечественной войне, чтобы вы могли порадовать их. У нас будет еще кремовая потом в понедельник, но сегодня будет мастичная. А в понедельник будет кремовое оформление, тоже посвященное 9 мая. Хочу хоть как-то отдать долг нашим защитникам Отечества. Итак, смотрите, скатали мы шарик, постарались, чтобы не было заломов и трещин. Немного мы его укатываем, то есть это не становится уже круг, да, а более такой приплюснутый
у нас получается шарик 4,5 на, ну, 4,2, то есть такой квадратик а-ля квадратик. И смотрите, то есть мы сразу с вами формируем вот эти его складочки. Такой весь он у нас морщинистый. Теперь берем мы с вами мастику черного цвета. Сколько мы берем? Сейчас я примерно вам скажу. Это где-то 0,3 грамма. Нам надо черной мастики. Опять скатали шарики. Делаем вот такие, как у пандочки. Пальчиками мы прижимаем. Получаются у нас такие вот штучки-дрючки. Если тут пальчиками складочки нечаянно попридавливали, как я, то просто пройдитесь еще раз стеком. Сделали. Теперь берем стек-шарик. Делаем такие углубленницы небольшие. Берем еще кусочек мастики, теперь черного цвета, вернее, черного цвета и берем. Спасибо большое, вас тоже всех с праздником. У меня здесь будет, сейчас скажу, сейчас, наверное, побольше возьму немножко на мордашку. 3,7 грамм. Мы берем на нашу мордашку и делаем вот такой вот треугольничек. Если у вас у мастики плохой липкий слой, помните, да, смазываем обязательно клеем. Здесь у черной мастики хороший липкий слой, но немного я все-таки нанесу клея. Мы с вами приклеиваем нашу мордашу. Вот такая она у нас получается. По сантиметрикам это где-то 2,2 на 3,2. Такая мордаша. Подтягивайте шовчики вот так поближе. Прям затирать их не нужно, а просто мы их слегка подтягиваем, чтобы они все-таки больше. Спасибо большое, вас тоже с праздником. Теперь, что мы с вами делаем? Нам тут тоже нужно сделать такие вот складочки, как у них на носике. Сразу формируем носик. Пальчиками аккуратненько оттягиваем, чтобы наш носик, он стал, как вы видите, вот выделяется слегка. Вот так. Делаем дырочки в носу.
Боже, ты как я их люблю, моих мопсиков, бульдожков. Так, еще раз поправляю складочки над носиком. Делаем такие вот тут дырешечки, как у них всегда. Теперь нам нужно сделать глаза. Для глаз нам нужна мастика коричневая. Помните, да? У них глазки такие. Более получается темно, чем основной цвет. Скатываем шарики, смотрим, чтобы наши глазки были одинакового размера. Сейчас все померяю, все вам скажу. На каждый глазик потратила я, фиг так уложишь, по 0,25 грамм. Ну, лучше все-таки отвесить, чтобы глазки были одинаковы, потому что если сразу не отвесите, то потом будет один глаз такой, другой глаз другой. Так. Теперь сделаем следующее. Опять же, можно это сделать красителем, либо можно это сделать из мастики. Это сами глазки, да, сами зрачки. То есть, опять же, смотрите сами, как вам удобнее. Просто берем небольшой кусочек черной мастички и делаем. Такой глазик, не могу прям с этой нежности. Глазеночки такие у них всегда уфы. Добавим еще здесь немножко складочек. Все еще раз тут пройдусь. Теперь сделаем мы с вами ушки. Ой, натусик-мопсик сегодня. На ушки возьму я, наверное, по 2 граммчика. Опять мы делаем с вами такой треугольничек. Большой. 2,5 на сколько тут? Ну, 2,1 где-то так. Да, мне кажется, знаешь, они так похожи, и бульдожки, и мопсики. Так что, в принципе, можно использовать данную схему и туда, и сюда. Мазали клеем, подтянули, подтянули. То есть мы швы с вами не замазываем. Берем мастику белого цвета. На глазках нам обязательно нужны прикусики. Либо можно нарисовать. То есть тут смотрите сами, опять же, как вам больше нравится. Так, и на глазик.
смазываем все клеем. Ну, разве не прелесть? Ну, девочки, я прям не могу, ну, такой погодный. Так, теперь, смотрите, можно оставить его так. Можно вытянуть язычок, то есть он будет тогда более такой няшный. Тут смотрите сами, как вам больше нравится. Я хочу, чтобы все-таки собачка у нас была такая более няшная. Поэтому мы с вами сделаем следующее. Мы заводим вот так вот немножечко. Делаем такое пространство. Делаем маленький язычок. Так вот. Смазываем тут клейком. Поменьше немножко сделаем. Тут длинноватый. И ставили нашему мопсику язычок. То есть тут смотрите сами, как вам больше нравится наша няша. И хочу еще, знаете, сделать такую. Будет он у нас девочкой. Такой бантик. Так, теперь нужно нам с вами сделать последнее. Это немножко потонировать. То есть, в принципе, можно обойтись без тонировки, потому что, как бы, ну, по сути дела, все самое необходимое мы с вами передали. Но если мы с вами чуть-чуть пройдемся тонировочкой, будет наш мопсик еще более красивый. Для тонировки можно использовать жирорастворимые красители, либо можно использовать цветочную пыльцу. Смотрите сами, что вам более доступно. Я буду тонировать. У меня здесь на кисточке немножко осталось цветочной пыльцы, поэтому я буду пыльцой тонировать. Вот эти вот складочки у них вот тут. Надо так подчеркнуть, так скажем. Вы сейчас увидите, как на ваших глазах он просто вообще оживет мопсик благодаря вот этой небольшой тонировочке. Смотрите, какая прелесть просто. Немножко пройдусь по язычку. По бантику. И еще хочу, не знаю, если у меня тут более темным таким пробраться вот к мордочке еще подтянуть. Вот такие мы прелестные. Нет, водорастворимыми ни в коем случае не тонируем. Только жиром.
водорастворимый при попадании конденсата, изменяет свой цвет, насыщенность, так что ни в коем случае. Да, здесь будет он доступен сутки, конечно же, обязательно. А на Ютубе постоянно, так что если что, приходите. Там будет он в эфире болтаться вечно, пока канал не закроют. Вот такая прелесть у нас сегодня получилась. Посмотрите, так быстро, прям за полчасика мы все сделали. Такая няха. Я прям влюбилась в эту прелестную девочку. Давайте назовем ее. Буду ждать ваших комментариев. Я сфотографирую, выставлю и буду ждать ваших комментариев по поводу того, как бы вы хотели назвать собачку эту нашу, да? И человек, который предложит самую лучшую кличку, получит от меня в подарок 3 урока. Так что, девчули, после эфирчика выставляю фоточку и жду ваших предложений по поводу, как бы вы хотели назвать нашу няшу. Все. Еще раз хочу вас поздравить с праздником. Хочу, чтобы у вас было много заказов, чтобы были хорошие клиенты. Так что еще раз всех, пожалуйста, с праздничком, девчонки. На сегодня в Инстаграм я с вами прощаюсь, но всех вас вечером жду, как всегда, у себя на YouTube-канале. Ссылочка на канал есть в шапке профиля, можете зайти, нажать. Вечером мы будем с вами оформлять тортик, посвященный Дню Великой Отечественной Победы. Так что всех вас приглашаю. На сегодня все. Всем пока-пока.